редиска 18 дней круглая. Любопытный факт, что красивые круглые редисочки сорта 18 дней являются родственницами капусты. Фактически это разновидность редьки, но любим мы ее за сладковатый, чуть острый свежий вкус, за сочность и прекрасные хрустящие свойства. Припоминайте, как ароматен первый салат из редиски. Его вкус ни с чем не сравним и по праву считается в народе настоящим весенним. В круглой редиске сорта 18 дней много витамина С, который способствует восстановлению иммунитета, ослабленного после зимы. Но помимо пользы для здоровья, редиска имеет прекрасные декоративные качества. Ею можно украшать блюда, придавая им праздничного настроения и весенней свежести, что, например, очень кстати на новогоднем столе.